Несколько минут назад журналисты сообщили печальную новость. Скончался Александр Ширвиндт. Он умер в больнице. Ему было 89 лет. О смерти президента театра «Сатиры» сообщил Сергей Газаров. На сейчас подробностей происшествия нет. Прямая речь. Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад, сказал собеседник агентства. Как и что будем делать, я пока не знаю. В прошлом году у артиста диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 с отличием окончил театральное училище имени Щукина и был принят в труппу театра-студии киноактера. В том же году сыграл свою первую роль в фильме «Она вас любит». В марте 1970 года начал работать в Московском академическом театре «Сатиры». В 2000-м был назначен его художественным руководителем. В октябре 2021 года Ширвиндт стал президентом театра «Сатиры». На посту художественного руководителя театра его заменил Газаров.